Еще один случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Актюбинской области. Опасную инфекцию выявили у пассажирки авиарейса из Актау. В настоящее время она находится в инфекционной больнице. Обследование проходят также остальные 17 пассажиров рейса. Подробности сообщит наш корреспондент в регионе Наталья Салькова. Она сейчас в прямом эфире. Наталья, здравствуйте. Вам слово. Спасибо, Жанна. О регистрации еще одного случая коронавирусной инфекции в регионе стало известно накануне поздно вечером. Об этом в ходе брифинга сообщила главный санитарный врач региона Нурсулу Беркимбаева. По ее словам, COVID-19 обнаружен у женщины, прилетевшей из Актау. До этого она посетила город Стамбул. Сейчас обследование проходят и все остальные пассажиры рейса. Так как она летела, уже мы знали, что из Турции. Полностью весь салон самолета был, значит, взят под карантин. Они находятся сейчас в карантинном центре. Взяты у них, у всех были анализы на вирусологические исследования. И вот у одной из пассажирок был выявлен положительный результат. С 31 марта в регионе вводят новые ограничения. Об этом сообщили в оперативном штабе. В частности, на выездах из Актобе и области уже установлено 40 блокпостов. Запрещен въезд и выезд с территории региона автотранспорта, за исключением транзитных машин, а также грузовиков с продовольственными товарами, лекарствами и производственными материалами для бесперебойного функционирования предприятий. Кроме того, уже завтра закроются государственные и частные детские сады. Приостанавливается деятельность всех крупных торговых центров, за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек. Жителям региона рекомендуют не покидать жилье без особой необходимости. Выходить можно только на работу, за продуктами, в аптеки и больницы. Сотрудниками полиции будет осуществляться патрулирование города Актюбе и населенных пунктов области в целях недопущения скопления граждан и контроля соблюдения карантинного режима. В случае нарушения требований настоящего постановления будут применяться меры как административного, так и уголовного характера. В настоящее время в регионе зарегистрировано два случая COVID-19. Ранее опасную инфекцию выявили у жительницы региона, прилетевшей из Испании. Сейчас в стационарах под наблюдением врачей находятся 143 человека. 120 в областном центре, остальные в районах. Еще 391 человек находится на домашнем карантине. Состоянием здоровья 238 актюбинцев медики регулярно интересуются по телефону. Пока это вся информация. Студия. Спасибо, Наталья, за информацию. Напомню, Наталья Салькова была с нами на прямой связи.